Здравствуйте, Сергей. Очередное видео про ваши переходники и одуванчики. На этот раз про КПН. Фокусная запрограммирована 135 под Юпитер 37. И диафрагма от 3,5 до 2,22. Комфортный алгоритм по работе с объективом и с одуванчиком есть в нашей группе. Теперь смотрите очень внимательно. Переходник КПН очень плотный, поэтому советую сначала научиться вставлять его в камеру и вынимать из камеры без объектива. То есть вставляете, накручиваете сверху объектив шкалой наверх и потом снимаете. Смотрите, жмем кнопку стопора на камере, поворачиваем вот до этого значка и аккуратно вынимаем. Также очень аккуратно вставляем, из-за того, что он очень плотный. Смотрите, любое препятствие лучше прекратить вставление. Красную точку соединяем с белой, совмещаем, чуть-чуть поджимаем и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка, чтобы защелкнулся на стопорной канавке. Вот как видите, все работает, все целое. Еще раз демонстрирую. Раз, очень туго входит. Два. Раз. Два. Вот, одуванчик целый. Сейчас я упакую и отправлю к вам. Спасибо за внимание.